Предприятия и продукция, которые поднимают имидж страны, Беларуси нужны. Сегодня президент встретился с владельцем группы компаний «Штадлер» Петром Шпулером. «Штадлер» начал инвестировать в нашу страну в 2014-м, и сегодня на заводе «Фаниполи» собирают электропоезда, которые под брендом «Сделаны в Беларуси», экспортируются по всему миру. При этом швейцарское производство – это и обновление нашего железнодорожного состава, и высокотехнологичные рабочие места для беларусов. Александр Лукашенко высоко оценил работу «Штадлер Групп» в Беларуси. Это, конечно, серьезно поднимает имидж Беларуси. Я помню нашу с вами встречу тогда в электричке, где мы с вами очень быстро договорились о совместной работе. И сегодня подумал о том, если бы у нас все так быстро подвигалось, как создание вашего предприятия в Беларуси, было бы совсем неплохо. Естественно, я готов обсудить все вопросы, которые у вас с течением времени возникли с тех пор, может быть, есть какие-то предложения. Если есть проблемы для решения, вы говорите, мы постараемся их решить. Я наслышан, что вы создали некий чудо-поезд для нашего метро. Может, вы о нем что-то расскажете? Новые поезда для минского метро «Штадлер» представил накануне. В режиме обкатки состав начнет курсировать на вторую линию уже в конце месяца, а первых пассажиров примет осенью. Как ожидается, такими поездами в будущем обновят весь парк метрополитена.